заявление. Сегодня 15 марта, вторник, 8:52 утра. Этот влог будет посвящен поселку Бостыре на озере Иссык-Куль. Государство это или страна Кыргызстан. Этот рассказ будет долгий и нудный, поэтому не переключайтесь. Здесь будет тренировка, здесь будут источники, здесь будут трассы, здесь будет водитель этот прекрасный. Вот, здравствуйте. Перед вами слабый особь среднего рода, который едет на подкову. Куда мы приехали, Джаджа? Мы приехали на подкову. Тут относительно ровный такой участок, ну, в смысле, без крутых горок. Можно делать хорошие работки, темповые, там, отрезочки катать без набора, кайфовать. Ну, тут все размечено, излюбленное место бегунят. Возле этой бетонной подставки все сбрасывают свои вещи. Еще иногда сюда приезжают люди в солнечных очках в туман бегать и приходят какать в кусты. Там бывает грязненько иногда, ну, когда пасмурно, вот там в середине. Сегодня вторник, и это день по классической методике Дэниелса, рабочий день, да? Все же бегают классику, вторник-пятница, вторник-пятница, изо дня в день, из года в год. 100 да. миль в неделю. Главное, ребят, изи-раны по Дэниелсу не бегайте, иначе вам пиздец. Хесик, ты какой-то грустный, блядь. Как тебе на новом месте спится вообще? Ну и чё, грустно там? А пупсик не мешает спать? Ну вот это есть. А-а-а. Ну ладно, ты любишь пупсика? Конечно. Молодец. А жену любишь? Че, ты не будешь отвечать на этот вопрос, Хес? Ну тут же не требуется ответа. Я хотел сказать, что ты да, люблю, а я бы спросил, а что такое любовь, Хес? Ну давай продолжим, что такое любовь, Хесик? Это из этих надо сказать, как его, из ловысок, жвачка с фантиками. Степан. Что такое любовь? Сиськи это хорошо, но главное это душа. Чем мы несем вообще-то такое? Ребята, привет! Мы находимся на берегу озера Иссык-Куль. Это город или поселок? Мы в городе Чолпан-Ата. Сегодня 15 марта 2020 года. Сегодня будет работа 4, 5 или 6 раз по двойке. Пороговая она будет, где нужно чуть-чуть накопить кислоту, не переборщить с накоплением, чтобы эффект был хороший от пороговой тренировки. И не недоработать тоже важно, потому что если ты совсем ее не накопил, то это будет поддерживающий бег, который поддерживает хуевую форму. Вот. Поэтому продолжаем разминаться без пульсометра, уже километр позади, и позади еще несколько машин разных полов. Переведите камеру на них, и мы закончим вступительную речь. 1200 я нормально побегу. А 800 как раз будет уже меня двигать. Да нахуй, стоит тут еще 1000 эту искать, я по 2 бегаю. Рассказать, что я сегодня делаю? Эзотерическая тренировка по методике Андрея Васильевича Фарносова. Короче, отправляет меня двушку бежать парнями с целью единственной просто закислиться по максимуму. Ну, чушь ебаная. Да? Правильно? И после этого переварить, короче. Ну, это, бля, имеет свой смысл. Вот так. Пороговая тренировка мне нужна. Мне не нужна, бля, сейчас вот это вот, что я через 1000... Я думаю, что это 6-7. Ой, 3-7 будет где-то. У меня только последние 500 метров набегали. Для чего? Просто я так привык. Угу. Если стартовать собираюсь уже совсем скоро, надо хотя бы как-то форму свою поднабирать. А если просто так бегать, это типа на дальнюю перспективу, а у меня дальней перспективы нет. У меня уже вот через 2 недели, через 2,5 недели старт, а может быть и через 1,5 недели.
Так. Можно бегать в белой кепке? Вообще нет. Что скажешь? В белой кепке? Какой скушать гарант? Какие они? Тутти-фрутти? А что значит дьюти-фрут? Тутти-фрутти просто, это жвачка. Дьюти-фрутти? Да. Но я весь не буду, кому-нибудь смогу половинку отдать. Мне. Окей. Мне важнее всего восстанавливаться. О! Слушай, ничего, так... Че это такое? Виноград. Оп, такая вот бороденища есть. Что это такое? Роктан. Это как гель, что ли, получается? Energy drink, туды-сюды. Но ну, короче, это вкусняшка, большие. Да? Просто остальные у них все кофеиновые. Ну, там только чай есть, не кофеиновый еще. Поэтому я выбираю виноград. Опять бег? Фу, блядь! Нормально. Я готов. Все лузеры бегут в карбоне. Лузеры. Все лузеры. Все лузеры бегут в карбоне. Ты туда два, протрусили, обратно два. Потрусили. А сколько серий? 6 хотя бы. Хотя бы? Ладно, это вообще, не слушайте его. Он тут недавно сказал, что марафон подрядить, побежит. А ты сколько? Бежит. Это теневой игрок. Сколько получилось первая двуха? 0,8. Да какое быстро, блядь, 3,9 там было. Какое 3,9? У нас 3,05 у меня было. Еще один пиздун. Футболки еще такие остались? Да. Куда писать, заказывать? Пишите мне в личку, в Инстаграм, в Телеграм, ВКонтакте. Сейчас было 6.07.
Уже три раза сделали. Да, я последний сейчас делаю. Я делаю последний, и потом буду по 500 раз, 4 делать побыстрее. Парни там свое. Конечно, не понимаю вообще смысла в отдыхе 3 минуты. Блять. Типа, ладно, за компанию. Перебрал. Блин, вот я и пишу, хорошо. На пульс 160. Просто поддерживаем. Нихуя не развиваемся, просто поддерживаем. Легкотемповой. Сколько было? 59. Просто 59 секунд. Где-то 3.07-3.03 у меня. Ну, в одну точку был. У них, ну, из трех последний, первый 3.08, где-то 3.07. Одна 22. Это последний, да, повтор? Крайний. Хэнк. Стёп, сколько двойка была последняя? Блин, у меня по километрам. Ну сколько? 3.05 и 3.0. 6.05 вход. Чё, как? Как работка? Нормально. Антоха красавчик. Молодец. Я думал, он сорвется, убежит в конце. А не, он сдержался. Потом, ну, последний километр вышел. Я сделал больше.
Сила манежа Алексеева против Сыкульских. Так, ребята, есть ли такси у кого вызвать? Ребят. Просто с таким запасом он делал, блядь. Аж страшно нахуй за эту форму. Я на уровне моря так бегал и потом бежал 65 в Казани. Что ж я сейчас могу выдать? Ох, блядь. Выпускайте Веню. Дай его нахуй на тряпку. Выпускайте Веню. 1.22, 1.24, 1.23, 1.19. Но это легче, чем переключаться на 2.55 после 3.05. Честно говоря. 2.55, там 400. Алло, 65-66 было. Это быстрее, чем 2.55. Тебе доверия нет, Хес. Сам понимаешь. О, майка лидера. Ему Хес передал эту болезнь. Болезнь называется Эбола. И закашлял он туберкулезом сразу. Не, ну вообще он похож на обычного, красивого человека из Чебоксар, который любит свою семью.